утро, друзья! Сегодня у нас 21 июня 2022 год. И мы уже по традиции снимаем с двориков. Вот это опять-таки у нас китайская стена. Вот такой огромный дом. Он очень-очень длинный. У нас в Херсоне достаточно много таких домов. Есть и на Шуменском. Ну, в большинстве стоим на Таврическом, на Северном. Этот домик находится на первом Северном. Вот. Птички поют. Какая красота. Ребятки, по обстановке. В Херсоне довольно тихо. Иногда только такие далекие отзвуки. А мы с Сеней, как обычно, по традиции, когда Коля на работе, мы выгуливаемся. Вот. Повернись, а, Сеня? Ну покажи свою мордочку. Живы, здоровы, ребята. Все хорошо. Вот. Часто думаем, вспоминаем, думаем о николаевцах, как им сейчас тяжело. Говорят, что у них хлеб по карточкам. Ну, в пабликах вычитали. Не знаю, это правда или нет. За что купила, за то и продаю. Вот. И с водой у них все так же проблемы. Херсонский горводоканал пытался сделать там воду, но, к сожалению, из-за обстрелов не смог. Вот поэтому люди находятся в плачевном состоянии. Всегда думаю за этих людей, очень жалко. Здоровье у меня поправляется, горло уже перестало болеть. Немного еще охрипшее. Но надеюсь, что все это пройдет. Ну, в Херсоне прекрасная погода. Очень солнечно, тепло. И на сегодняшний день даже не очень жарко. Поэтому, ребята, как-то так. В Херсоне все стабильно. А мы с Сеней пойдем дальше гулять. Вот это, друзья, расторопша. Лекарственное растение. По-украински оно называется будяк. Будячок. И растет уже вполне себе в черте города. Раньше его можно было в полях встретить. А сейчас вот, пожалуйста, растет в черте города. Хорош Херсон, это тем, что прям по городу растут вот такие вот деревья. Видите, орех растет. И орешки. Вот там тоже. А вот вишня. Вполне себе вишня созревает. Вот там ребята уже собирают какой-то аттракцион.
Ну, вот эти прыгалки детские. Вот. Оно там из года в год стоит. И это говорит о том, что мирная жизнь таки в Херсоне налаживается. Такая красота. Все так позарастало. Ну, в этом есть своя прелесть. Кусты в этом году не обрезали, но они и так красивые. Немножко не покошено. Ну, как вы видите, трава уже вся повыгорала. Лето. Быстро у нас вся зелень на нет. Уже листья, каштаны осыпаются. Вот, поэтому у нас быстро с этим лето разбирается. Жалко, кустик пропал. Чуть-чуть, может, еще отойдет. Ну, они, конечно, красивые, эти кусты. Их надо обрезать понемножку. Ну, красивые. Люди ходят, скупляются. Вот там вырос рынок. Никогда в жизни там рынка не было. А сейчас все дальше и дальше растет. Так что потихонечку люди как могут, так и зарабатывают. Ну, мы с ребятки с вами на сегодня прощаемся. До новых волнительных встреч. В эту субботу стрима не будет. Стрим будет в пятницу, потому что Коля в субботу на работе. Поэтому в пятницу в 20:00 встретимся.